Здравствуйте! Вы находитесь на канале «Стройгарант Анапа». Меня зовут Якубов Руслан, и сейчас мы находимся в ЖК «Жемчужина» Цибана-Балка, Цибана-77. За моей спиной дом 106 квадратных метров. Он находится на 6,5 земли. Уже подключено центральное водоснабжение, электричество 15 кВт и септик. В дальнейшем по улице будет сетевой газ. Давайте посмотрим, что же наполняет в округе. У нас есть утепление, классные яркие цвета, чтобы всегда радовал ваш дом. Забор из евроштакетника, ну а от соседей скрывает сетка рабица. За моей спиной участок этого дома, который вы можете использовать по своему назначению. Можете посадить виноград или какие-то фруктовые деревья, а можете просто постелить зеленый газон и радоваться каждый день, что вы живете в своем доме. И, конечно же, у каждого дома есть классная терраса. Здесь она 23,4 квадратных метра. Здесь вы можете установить мебель, ну а если хозяин захочет, он может ее утеплить. И, кстати, под нашей террасой есть цокольное помещение, которое вы можете использовать как склад для своих вещей. Друзья, я думаю, что вы не просто так смотрите наш канал, а хотите все-таки узнать, что же находится за этой дверью. Я вас приглашаю. Давайте посмотрим на нашу прихожую. Она очень комфортная, уютная, потому что справа от меня можно установить большой шкаф-купе, где вы можете хранить все свои зимние вещи. Слева от меня можно повесить вешалку быстрого доступа. Также здесь есть электрощиток, где вы можете отключить любую группу приборов. Есть радиатор, выключатели и розеточки. Ну и, конечно же, в каждом доме нашей компании есть теплые полы. После прихожей мы попадаем в коридор, где находится винтовая лестница. Справа от меня дверь, которая ведет в санузел. Слева от меня комната первого этажа. Прошу. Комната первого этажа 10,9 квадратных метров. Здесь выполнена полная разводка электропроводки. Есть выводы под ТВ, где вы можете подключить свой большой телевизор. Также у нас все предусмотрено для подключения кондиционера. Есть радиаторы и большое окно с видом на фасад дома. Выходя из комнаты, буквально через 2 метра вы можете попасть в санузел первого этажа. Под лестницей, сразу обращаю внимание, есть большой радиатор и вывод под стиральную машинку. Мы находимся в санузле первого этажа, 4,4 квадратных метра. Здесь уже все предусмотрено. Если вы видите, есть выводы под унитаз, бойлер, смеситель для душевой кабины. У нас есть большое окно, которое дает большое количество солнечного света, а в темное время суток у нас есть 4 точных светильника. Чтобы здесь всегда был свежий воздух, у нас стоит вытяжка. И, конечно, на этой стене можно установить большую раковину, тем более есть розетка и вывод под освещение зеркала. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, я понял, что лестница широкая, удобная, потому что ступеньки сделаны комфортно, даже с моим 45-м размером ноги. А поднявшись на второй этаж, передо мной появилось 4 двери. Первая дверь ведет в санузел второго этажа и 3 комнаты. Первая спальня второго этажа 11 квадратных метров. Как вы видите, что ремонт сделан полностью. На потолке у нас натяжные потолки, стены выполнены из обоев темных цветов. Также есть радиатор, выводы под ТВ, чтобы вам было уютно в этой комнате. Друзья, мы находимся во второй комнате, она самая большая, 14,7 квадратных метров. Как вы видите, отделка стен у нас обоев, потолок у нас натяжные потолки, 6 точных светильников, розетка под кондиционер, большой радиатор. Вид из окна у вас на земельный участок, ваш собственный, а на полу у нас ламинат. Ну а третья комната у нас 11,3 квадратных метров. Она как брат-близнец первой комнаты, только чуть-чуть с другой конфигурацией расположения. Также есть разводки, радиатор, но вид из окна у нас на земельный участок, а не на фасад дома. Друзья, санузел второго этажа 7,6 квадратных метров. Поистине он огромный, можно сказать, потому что высота потолков почти 3 метра. На потолке у нас точные светильники, вытяжка. Давайте посмотрим на оснащение. Можно установить раковину, стиральную машинку, есть радиатор, выводы под унитаз. Ну а здесь можно установить или душевую кабину, ванну, или джакузи. Все, что пожелаете. С
Сейчас мы находимся в кухне-гостиной. Она 26,5 квадратных метров. У нас есть две зоны. Зона отдыха и зона, где будет находиться кухонный гарнитур и вся кухонная утварь. Давайте посмотрим, что же здесь есть. Многочисленные розетки, есть выводы под раковину, системы теплых полов, электрокотел, все, что нужно. Ну а в этой части, я думаю, будет всегда приятно находиться всем членам семьи, потому что здесь можно установить большой, огромный диван, большой телевизор, где вы будете смотреть фильмы, сериалы и то, что вам нравится по телевизору. И, конечно, можно сразу попасть на свою террасу. А если у вас остались еще какие-то вопросы, вы можете звонить нам на горячую линию или оставляйте комментарии. С вами был ведущий Руслан Якубов, «Стройгарант Анапа». Ну а если вы хотите такой же дом, то приезжайте и покупайте.